Референдум Лукьяненко говорит. Три человека зашло, горсовет занял. Я понял. Так там же народ собрался, я их повыкидывал. Горсовет зашел, они там все бухие. Потом же Не, я же к себе в Краматорск заеду. Извините. Открылся клапан, все темные силы, руха, нервы, приземные.
Я не знаю, насколько модема хватит у меня. Я же только сегодня его подключил, батарея одна. И я переживаю, что еще минут 15, наверное, и он уже сдохнет. Потому что я минут 40 уже веду трансляцию. Я честно, я не ожидал, что придет столько людей. Очень много людей, они постоянно подходят, я встречаю много своих знакомых. Тут люди говорят, кто из Краматорска, кто из Мариуполя, кто из Макеевки, то есть, ну, Горловка есть. Вот. И, ну, я честно, я тут не вижу ни мифических бандеровцев, ни фашистов. Хорошие обычные люди. Молодежь стоит в любого возраста. Давай, счастливо вам. До свидания. Попробую подойти к оратору. Можно необходимо ставить молодых перспективных ребят, независимо от того, профессионал, не профессионал. Главное, чтобы он был честный, порядочный человек. Да, он же с патриотом был. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Начала формироваться колонна. Давайте начнем делать то, ради чего вышли. Начнем наше шествие по улице Артема. Тихо. Чтобы сели. Каковы боятся? Да. Ноги возмещены тем, что колонна пойдет в обратном направлении от центра. Да, абсолютно странное решение. Wait 10 minutes, just this.
Украина! 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 Укра
сейчас это понимаю.